Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как вы уже поняли, бумажная распаковочка. Я приготовила для вас новиночку, которая посвящена моему основному каналу. Коллекция называется Mukbang. В каталоге я вам покажу, вы поймете, что к чему. Кто не знает, что такое Mukbang, это поедание еды на камеру. У меня есть основной канал, где я снимаю мукбанки. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И вот такие вот у нас пакетики. Pepsi, M&M's, Nutella. Это типа я снимаю мукбанк. Вот такой пакетик. Курочка гриль, я ее просто обожаю. И вот такой. А все остальные коллекции вам уже знакомы. Так что давайте выбирать пакетики. Нет, давайте сначала с этого. Здесь выберем. Какой возьмем? Давайте возьмем вот этот вот, где написано Mukbang. Любимые вкусняшки. Осталось 3 пакетика. Давайте кока-колу. Постельное белье. Тоже очень красивые пакеты. Хочу взять вот этот. Потерянные посылки. Огромная просто коллекция получилась. Давайте вот этот. Купальники на лето. Уже пляжный сезон вовсю открыт. Все уже едут на пляж. Я еще, кстати, ни разу не была. Но ничего, еще успею. Давайте вот этот. Айфончики. Любимая ваша коллекция. Давайте возьмем черный. У меня, кстати, тоже 11 и черный. Вот он. Мой красавец. Диски. Ой, давайте вот этот. Пакетиков на распаковке у нас немало. Какие-то все они темные в этот раз получились. Начнем с нашего любимого зеленого каталога. Здесь совсем чуток осталось. Коллекция айфончики. Вторую страницу мы тоже закончили. Переходим к третьей. Что-то сыпется. Здесь, наверное, какая-то пересыпашка. Нет, никакой пересыпашки нет. Здесь у нас вот такой чехольчик. Мне кажется, очень в тему, как раз к черному айфону самое то. Просто идеально ровно получилось. Вот такой вот айфончик у нас получился. Тока-бока коллекцию мы уже закончили. Здесь в этом каталоге, по-моему, только диски и айфончики. Да, две коллекции у нас здесь. Под номером вот сюда такой вот красивый диск. Я этот принт придумала, кстати, сама по ходу, когда рисовала. Готово. Любимые вкусняшки. Надо очень аккуратно, я всегда боюсь порвать. Вот у меня вечно рвутся наклейки. Нам попалась моя любимая жвачка от Orbit Bubblegum White. Под номером 2. Вот сюда он. Не знаю, почему эта коллекция мне нравится больше всего. И я даже хочу сделать вторую часть, любимые вкусняшки. Если вы за, то пишите в комментариях. Давайте разберемся с купальниками. Я уж даже не помню, что я рисовала. Мой самый нелюбимый купальник попался. Под номером 3, по-моему, он.
В общем, вот такой вот очень простенький купальник вот такой. Я так долго ждала лета, но сейчас такая жара, что мне обратно хочется весну. Да, сама не знаю, чего я хочу. Вот этот купальник вообще пушка. Потерянные посылки. Глянем, что нам попадется. Под номером 9 нам попалась вот такая линейка. Это вот сюда, наверное. Это типа принт Микки Мауса. Я его сама придумала. Готово. Дальше у нас постельное белье. В прошлом видео нам попалось вот такое с пересыпашкой. Смотрите, как классно. Сейчас посмотрим, что попадется в этот раз. Вау! Под номером 7. То есть вот сюда нам попалось вот такое постельное белье с такими конфетками, украшение вот такое и две самые обычные подушки. Сейчас все это будем клеить. Просто супер! Я бы не отказалась от такого постельного белья. Мне кажется, смотрится очень круто. Я так нарисовала, прям без разводов. Отлично по мне. И, наконец-то, давайте покажу вам новиночку. Да-да-да-да. Мукбанг. Что нам будет попадаться? В общем, это девушка, которая снимает мукбанг. И ей на столе будут попадаться разные вкусняшки, с которыми она будет снимать мукбанг. И первый пакетик это вот этот. Ура! Нам попался напиток. Куда же мукбанг без напитка? Тем более я просто как верблюд. Обычно летом я очень много пью воды. Вот, поэтому нам попался вот такой вот напиток. Коктейль с клубникой, с кремом. Его мы приклеим вот сюда. В принципе, мы можем клеить куда угодно. Рандомно. У нас наклейки без номерочков. Надеюсь, что коллекция вам понравится. Если она вам понравилась, то обязательно пишите в комментариях. Больше здесь ничего нету. Буду придумывать для вас новые коллекции. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!